Значит, вы знаете, что у нас произошло событие нехорошее. И тот 18-й год отправили шпорта в свободный полет, Ургал уверяясь, разрушили плен, до краю надежду подняться с колен. Мы сделали выбор, которым гордимся. Кто-то так с этим и не смирился. Свободу Фургалу, народному волю. Свободу Фургалу, до крика, до боли. Мы верим в тебя, тобою гордимся. Ради тебя
Меня крайне возмущает та грязная политическая история, которая сегодня разыгрывается на глазах у всей страны. Я хотел бы задать вопрос. С какой целью вы это сделали? Как бы там ни было, своими действиями вы обманули всех. И каждый, кто устроил вот эту грязную политическую провокацию, понесет заслуженное наказание.